Задержали с поличным. 26-летнего жителя Казани подозревают в совершении кражи. По версии полицейских, он украл со стройки 45 метров кабеля на сумму около 15 тысяч рублей. Его задержали охранники во время попытки совершения очередного преступления. Алина Мусина с подробностями. Там дорога прошел просто на стройке. Задержанный признается, пройти на стройку не составило труда, не было как такового ограждения, да и бывал он там уже не раз. А чтобы не ходить перед камерами видеонаблюдения, он выбрал место, где они и вовсе не установлены. Мужчина рассказал, украденный до этого кабель сдал в металлолом за 1700 рублей. Во время попытки украсть еще один, его задержали охранники стройки. Они и сообщили в полицию, что задержали предполагаемого вора, после чего на месте происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они опросили заявителей и доставили задержанного в отдел полиции. Уже там мужчина свою вину признал полностью, ведь отпираться было уже некуда. Нанесенный ущерб, причиненный строительной организации, составил свыше 15 тысяч рублей. По данному факту следственные органы отдела полиции 1.2 возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Похищенное имущество, сданное в пункт приема металлолома, полицейские изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. Дожидаться суда подозреваемый будет уже под стражей. Алина Мусина, Нафиса Миниязова, вызов 112.